Развлекательная программа «Такси на Дубровку». «Такси на Дубровку». «Такси на Дубровку» со вторника по четверг. Всегда в движении. Зоя Субботина и Марк Клепфиш. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вас приветствуем. Да. Это программа «Такси на Дубровку». Друзья мои, вы знаете, опять же, с большим новогодним приветом. Это слушайте, точно. На улице Новый год. На улице весна, между прочим. Ну, такая, знаете, новогодняя весна. 16 градусов по Цельсию в данный момент. Ты можешь вообще это представить? Да. Вот ты знаешь, я тебе хочу сказать, в такую погоду вот, ну, хочется взять, просто где-то достать один снежок, хотя бы в морозильнике, вот так наскрести и сказать, давайте покидаемся. Потом подумаешь, нет, ну еще все будет. Друзья мои, холодно еще будет. Пока получайте настроение. Представляете, зима на улице 4 января, а у вас тепло. А у вас тепло, друзья. А у нас на самом деле тоже тепло на сердце, тепло в душе. И все равно, куда бы мы с вами ни переключались в плане температуры, у нас внутренний барометр работает на новогоднее праздничное состояние души. Друзья, похмеляться не будем до 15. Послушай, похмеляться дело такое, вообще всегда еще можно успеть. Но мы подвозим абсолютно всю категорию
категорию граждан. И те, кто уже похмелился, и те, кто в процессе. Нет, вы знаете, дело в том, и те, кто работает, чтобы вы понимали, праздники не закончились. Нет, праздники еще... Мы сегодня вам приготовили не просто сюрприз, а большой сюрприз для маленькой, для маленькой такой для нашей компании. Будут большие праздники, и вот мы сегодня в связи с этим, знаете, посвятим этому даже целую нашу передачу. Но праздники будут большие, чистые, поэтому будьте с нами. И, кстати говоря, у нас специальный гость, и вот он... У нас не только специальный гость, у нас еще специальные призы и подарки, а вообще у нас специальная программа. Да. Программа это называется «Такси на Дубровку», это все спешл. Да, спешл, спешл. Да, спешл. Значит, у нас Марк Клепфиш, и вот эта пара совершенно спешл. Абсолютно, абсолютно. Вторых таких не найдете, да, точно. И будут у нас гости совершенно неповторимые. Пожалуйста, будьте внимательны. Дело в том, что праздники не закончились. И, значит, мы можем вам посоветовать. Да, вообще, знаете, кстати, вот есть один совет, который тоже нужно сделать. Берите на вооружение. Давайте. Если у вас на носу не только праздники, но еще и очки, как у нас с Марком, то самое время сделать незабываемый подарок себе и другим, избавиться от них раз и навсегда. Вот раз и навсегда. Либо подарить такую возможность близкому, который будет помнить о вашем подарке ежедневно, с каждым взглядом. Лазерная коррекция зрения. Это штука занимает всего 6 минут, радует потом всю жизнь. А лейсик проводит лично доктор Джеффри Де Ла Руссо. Он использует самые передовые технологии. Это клиника Де Ла Руссо Лейзер Вижн. Есть она повсюду. Бруклин, Манхэттен, Лонг-Айленд, Нью-Джерси. Выбирайте, где вам удобно. Получать скидку в $1000 до 31 декабря. Это была скидка. Немножечко скидку продлили, но вам для этого нужно обязательно позвонить. Во-первых, по телефону 855-646-2020. Да, кстати, там дают кредит без процента на 36 месяцев, что тоже очень удобно. Так что, друзья мои, торопитесь. 855-646-2020.